Почва – это невозобновляемый ресурс, то есть в случае утраты или деградации ее невозможно восстановить в срок, сопоставимый с продолжительностью человеческой жизни. Состояние почв оказывает влияние на пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, на наше здоровье и на здоровье всего живого на Земле. Без здоровых почв мы не сможем выращивать продовольствие, ведь по оценкам 95% того, что мы едим, прямо или косвенно производится на почвах. Загрязнение почвы вызывает цепную реакцию. Оно сказывается на почвенном биоразнообразии, снижает запасы органического вещества почвы и ее фильтрующую способность. Из-за загрязнения почвы происходит загрязнение почвенной влаги и грунтовых вод. Нарушается баланс питательных веществ в почве. К числу наиболее распространенных загрязнителей почвы относятся тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители и новые загрязнители, такие как фармацевтические препараты и средства личной гигиены. Для того, чтобы решить проблему загрязнения почв, необходимо понимать ее причины. Защита и сохранение почв начинается с нас с вами. Выбор экологически чистых продуктов питания, правильная утилизация опасных материалов, таких как батарейки, производство компоста в домашних условиях в целях уменьшения количества отходов, которые попадают на свалки, более ответственное обращение с антибиотиками. Вот лишь несколько примеров того, как можно содействовать решению этой проблемы. Если брать шире, то необходимо поощрять устойчивые методы введения сельского хозяйства в своих общинах. Здоровая почва – это драгоценный невозобновляемый ресурс, которому угрожает все более разрушительное поведение человека. Мы несем ответственность за состояние почв, которые дают нам пищу, воду и чистый воздух. И сегодня мы должны принять меры к тому, чтобы наши почвы были здоровыми, в интересах устойчивого будущего и продовольственной безопасности. Решим проблему загрязнения почв.